Михаил Валерьевич, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Александра. Разрешите вас поздравить с назначением на должность председателя комиссии Ассоциации Радор. Спасибо. Расскажите, чем занимается эта организация, какие у нее задачи? Ну, Ассоциация Радор ⁇ это организация, которая включает в себя представителей территориальных органов управления автомобильными дорогами субъектов Российской Федерации. В нее входят 77 действительных членов и 20 ассоциированных, то есть 77 субъектов Российской Федерации представлено в Ассоциации Родор. Но прежде всего Ассоциация Родор это очень хорошая площадка для коммуникации, для обмена опытом, потому что все то, что происходит в субъектов касаемо дорожного хозяйства, примерно одни и те же вопросы. То есть одни и те же проблемы. Поэтому э, очень здорово, когда коллеги встречаются, обсуждают их. А вот на последней встрече, что вы обсуждали? Были подведены итоги 2014 года, э, обсудили планы на 2015 год. И, конечно, большой блок вопросов касался именно реализации поручения президента по дорожному хозяйству. Очень важно, я считаю, для Архангельской области э, вопрос совершенствования требований к автомобильным дорогам с низкой интенсивностью. То есть разработка стандартов и требований, которые позволяют понизить требования к этим автомобильным дорогам, чуть-чуть снизить значит, конструкции дорожных одежд, что, естественно, впоследствии приводит к уменьшению стоимости километра этих автомобильных дорог. Если говорить про федеральные трассы, недавно принято решение о передаче части дороги до аэропорта Архангельск в федеральную собственность. Что это дает? Проведена огромная работа. Архангельск автодором подготовлен свой пакет документов по автомобильной дороге регионального значения. Это Талашское шоссе к аэропорту Архангельск. И мы ждали, когда вторая часть это часть города Архангельск также будет оформлена значит будет оформлен пакет который также можно будет утвердить на муниципальном уровне и направить в в Москву для рассмотрения если это все произойдет то мы получим трассу подстать федеральной трассе М8 уже можно подвести итоги 2014 года? Мы считаем, что 2014 год он был достаточно успешным, исходя из того, что все-таки есть региональный дорожный фонд, который стабилизировал ситуацию с финансированием дорожного хозяйства. Пять объектов строительства в этом году мы сдаем. Важные объекты в Плесецком, Манежском, в Велигодском районе. Два моста по направлению на Пенегу-Мизень. Около 55 километров автомобильных дорог мы отремонтировали в целом по Архангельской области. Ложка дегтя в бочку меда – это недополучение акцизов. Выходим из года чуть-чуть с недофинансированием, поэтому вот есть такой негатив. Это все, значит, переходит в 2015 год. И последний вопрос как раз о планах на будущий год. 2015 год, если честно, ожидается непростым для региональных дорог, поскольку… Э, вот, Запланировано возврат федерального кредита из регионального дорожного фонда. Это порядка 750 миллионов рублей. То есть это те деньги, которые не будут потрачены на автомобильные дороги. Но ждем решения от правительства Российской Федерации о возможной реструктуризации этого кредита. Спасибо вам за ответы. Приходите к нам еще. Спасибо, Александра.